Всем привет, с вами Зауральский садовод. Сегодня 24 июля. Хочу сделать небольшой обзорчик на свои калибрахо, которые приехали ко мне 30 мая в виде укорененных черенков, даже уже не укорененных черенков, а хорошо таких подросших растений. Кому интересно, можете посмотреть видео, где я делаю распаковку этой посылки. Называется, по-моему, видео «Супер посылка от супер продавца». И там можете увидеть, в каком состоянии они ко мне пришли. Состояние было просто на 10 баллов из 5. И покажу, в общем, как они сейчас у меня себя чувствуют. Свои такие они мне красоточки. Ну, что хочу сказать. Растет она, ну, вполне неплохо. Растет, развивается. Некоторые так вот вообще красотки. Желтая, я прям от нее в восторге. Я люблю желтый цвет. Поэтому вот от этой калиброшечки я вообще в восторге. Просто в восторге. Она обалденная, она красотка. Так, дальше. Люблю синие, фиолетовые оттенки. Покажу вот такую красоту. Ну-ка, кому-то, может быть, покажется это... Нерадивые такие красотки, но для меня это красотки, реально настоящие красотки, которые у меня все-таки растут. Я стараюсь, чтобы они росли, кормлю их. Сидят они у меня в кислом торфе, в перемешку с огородной землей. Два сорта у меня погибли. Погибла у меня лимонная долька. После пересадки она довольно неплохо пошла в рост, но потом начала чахнуть, и в результате зачахла. А один сорт у меня погиб сразу где-то через неделю после того, как я его пересадила. Так, покажу синенькие оттенки. Значит, одну вот такую я показала. Цветочек у него вот у этого сорта очень такой крупненький. Так как я не сильно с ними знакома, вот с сортами калибрахо. Ну, по фото, конечно, выбирала. Но там как-то не совсем понятно, какой вот цветок крупный или мелкий. Я все-таки хотела бы, конечно, чтобы покрупнее были цветы. Вот, например, как вот у этого сорта. Вот он, крупный цветочек. У этого помельче цветочек. Но очень красивый такой он тоже, этот сортик. И вроде как растет так беспроблемненько. Так, вот такой интересный сорт у меня есть. Это хамелеончик. Сначала он распускается вот таким бледненьким желтым цветочком. И с каждым днем цветок, видите, изменяется, изменяется, изменяется. И становится в результате вот такой вот. С фиолетовой прожилочкой. Так, вот эта расцветка очень тоже красивая, и цветок у нее был крупнее. Вот, не знаю, что происходит. Он вроде как и растет, и не хлорозит, поливать надо. Но цветок у него стал мельче. Не знаю, может, что-то это я опять не то делаю. Мусик. Покажу еще свою одну калиброшечку. Любимую мою калиброшечку. Кто там идет? Грязная, все как собака. Так, ну и в общем, и вот один сорт, он также вот растет, он и не умирает, и не растет, и вот какой-то на одном месте стоит, но цветет. Он хлорозит. Что я с ним только не делала, и поливала. И поливала хилатом железо, и хилатом магния поливала. Кисонька моя травки захотела. Да, Мусенька, травки пришла покушать. Вот, так, о чем я. И, в общем, поливала хилатами различными, поливала подкисленной водой, но все равно вот она вот так вот себя ведет, не знаю, что получится. Так, вот эта вот красотка пришла вообще в шикарном состоянии. Вроде тоже более-менее пошла в рост, но потом в один момент начала вроде как, ну, так гибнуть, не очень себя хорошо чувствовать. Но, слава богу, вроде выправилась, начала разрастаться. Это что за хомяк? Что за хомяк? Мусь. Муся травки захотела. И вот такой еще один сорт есть. Он тоже довольно такой цветок у него крупненький. Нормальный такой по размерчику. Меня вполне устраивает. И кустик тоже так хорошо набитый. Правда, ветром у меня поломала одну веточку. Отломила вот с той стороны. Но вроде как ничего, растет. Ну, в общем, вот так вот они у меня сейчас выглядят. Надеюсь, с этими красотками я все-таки подружусь. Попробую сохранить их зимой. Осенью я планирую еще сделать заказ калибрахо. Я прям не могу налюбоваться вот этой желтой красоткой. Ну, согласитесь, она шикарная. В общем, так, о чем я?
о заказах. Осенью хочу сделать еще заказы на махровые калибрахуа. Пока весной я их не стала заказывать, потому что решила пока попробовать с простыми такими сортами, что получится. Потому что заказывать тоже недешево, и пересылка недешевая, а в мусорку выбрасывать деньги тоже не хочется. В общем, пробую и учусь на этих. Следующий заказ, наверное, будут махровые калибрахуа. В общем, вот такие у нас дела. Всем хорошего настроения, всем хорошей погоды, всем хороших урожаев, красивых цветов. Всем пока!